Девочки, добрый день. Это Светлана, компания Faberlic и проект Faberlic Online. Сегодня вот покажу вам обзор моего заказа по 17-му каталогу Faberlic. Что я купила? Ну, заказик тут небольшой был у меня. По-моему, даже это было два заказа. Вот уже точно не помню. Давайте сразу вам покажу гиполайт желе. Вот я купила себе. Мелисса, семена расторопши, календула и имбирь содержит в себе. Так, вот такой вот состав у нее. Предназначен для улучшения нормализации работы желчного пузыря и защиты печени. Оказывает мягкий желчегонный эффект, способствует выведению токсинов из печени, осуществляет профилактику аллергических заболеваний. Здесь он содержит 20 стиков в одной упаковке. Вот такие вот маленькие. И то есть принимать их нужно 1-2 порции в день, утром и вечером. Вот, сама я уже попробовала, на вкус они такие вкусненькие, мне нравится. Даже, наверное, конфетку заменяет прямо утром, после еды съела вечером. Мне понравилось. Вот еще раз посмотрите, вот такие маленькие стики. Утром и вечером по одному пакетику. Вот я купила себе 2 таких, буду себе чистить печень. Так, еще что купила? Купила губки меламиновые. Тоже взяла 2 штуки, но взяла их, потому что они были по акции 59 рублей. Так, 11.042 артикул. Сама еще не пробовала, но пишется, что универсальный помощник для наведения чистоты, не требует использования химических чистящих средств. Очистка любых твердых поверхностей, в том числе и стекла, стали, алюминия, дерева, пластика, хрома, ну и так далее. Будем пробовать. Потом расскажу в пустых баночках. Вот взяла 2 таких упаковки. В каждой упаковке по 2 губки. Ну, давайте отрежем, посмотрим, как они выглядят. Ну, в принципе, наверное, меламиновые губки все видели. Знаете, как они выглядят. Вот такая вот она. Как стекловато, что ли, похоже на ощупь. Так, еще взяла 2 вот таких кислородных активных спрея для всех типов кожи. Он идет. Так вот вам покажу. Почитать можно. Артикул у него 0256. Восстанавливающий активный спрей. Идеальное средство для мгновенного увлажнения и защиты молодости кожи. Он обладает охлаждающим эффектом, повышает тонус кожи, освежает лицо и устраняет следы усталости. Покупаю не первый раз, уже постоянно пользуюсь вместо тоника. Протираю после умывания утром и вечером лицо, ну, либо кислородным спреем, либо тоником любым нашим. Так, вот 2 у меня вот таких бутылечка, потому что были по акции, тоже было выгодно приобрести. Так, ну вот шампунь Арису, который уже я вам показывала. Уже попользовалась. Очень ароматный. Кто не любит сильные ароматы, может быть, не понравится. Но я люблю, чтобы аромат присутствовал. И вот даже при стирке, когда на белье, чтобы был аромат. Ну, а кто-то любит либо без аромата, либо нейтральный какой-то аромат. Ну, я люблю с ароматом, и мне он очень понравился. Волосы помыла им 1 раз. Хватило, ну, как бы чистой головы на 2 дня. На 3-й день, конечно, уже нужно было помыть голову. Вот, ну, первый раз голова такая. Я люблю, когда голова, волосы не гладкие, чтобы была какая-то пышность. Ну, вот первый день так мне очень понравился эффект. Ну, а второй день уже не такая пышность была. Но у меня сами по себе от природы волосы немножко кудреватые. Вот, и поэтому у меня они не гладкие, не прямые. Вот, и поэтому мне нравится такой эффект, когда волосы не просто вот гладкие, а чтобы немножко были. Пышная, чтобы шевелюра была. Так, значит, вот такая парочка. Очень понравился и аромат, и действие. По действию. Так, затем взяла вот этот Арису скраб для кожи головы, вулканический пепел. Так, вот здесь вот можно посмотреть. Значит, что он делает? Он нам как советуют применять его перед использованием шампуня. Нанесите необходимое количество скраба на влажную кожу головы.
массируйте легкими движениями, оставьте на 3-5 минут, затем смойте большим количеством воды. И в заключении процедуры вымыли голову с использованием шампуня. Рекомендуется применять один раз в неделю. Ну вот, ближе можете еще раз посмотреть. Так, пользоваться мы им еще не пользовались. Артикул 7733. Будем пользоваться. Потом в пустых баночках расскажу, как понравилось. Кремик вот такой взяли с пингвинчиком. Артикул у него 2863. Один раз уже я попробовала его. Он, правда, пахнет конфетками. Так, как он выглядит? Давайте посмотрим. Так, вот такой он нежненький. Вот. Так, ну он очень мягкий, очень нежный. Впитывается, ну прям не сразу раз впитался. Конечно, немножечко надо его повтирать. Так, ну вот такой вот эффект. Рука влажная, так, ой, ну не влажная, увлажненная. Вот такая кожа, видите. Ну, понравился. Вот уже впитался, буквально сколько тут, минутки две прошло, уже крем впитался. Так, затем, что я еще приобрела? Ну, два шампуня, вот алоэ и крапивный. Что мне в них понравился? Ну, вот восстановление, например, да, шампунь, это с алоэ, он идет. Артикул у него 2915. Пахнет очень нежно алоэ. Он для всех типов волос. Концентрированный сок алоэ 95%. Так, помыла голову только один раз. Сначала еще его не поняла, потому что, ну, я считаю, что нужно раза два-три хотя бы помыть шампунем голову, чтобы понять, как он подошел, не подошел. Вот так что будем еще применять. Ну, он такой не жидкий, не густой, такой средней густоты шампунь. Ну и такой же, только с крапивой. Укрепление. Тот был восстановление, а это укрепление. Так, артикул у него 2914. Пробовать еще пока не пробовали. Тоже в пустых баночках потом расскажем. Но крапива и алоэ – это такие натуральные ингредиенты. Натуральные природные компоненты, да, которые, ну, люди всегда ценят и любят такие вот шампуни. Купила соль вот такую. Соль для ванны. Она считается как соль пена. Так, соль для ванны с пеной. Зимние ягоды. Так, тоже еще не попробовали. Написано, нужно растворить либо 50, либо 100 грамм в ванной под струей воды при температуре 37-38. Так, продолжительность приема ванны 15-20 минут. То есть можно в этой упаковке сколько грамм здесь? По-моему, 100 грамм я смотрела. Не найду сейчас, где тут. А, ну вот, 100 грамм, да. То есть можно либо пакетик, либо половинку пакетика. Да, и, ну, пену всегда нужно наливать не когда уже полная ванна, конечно, воды, а тогда, когда вода, струя наливается только в ванну, и нужно под эту струю растворять вот эту соль, и тогда, конечно, пенка получится. А если просто ее выливать, и, ну, как бы по опыту, конечно, не будет пены. Так, ну давайте я вам покажу. Открою пакетик. Ой, открыла пакетик. Такой сразу аромат идет с пакетика. Так, ну вот так вот она выглядит, посмотрите. Ну, обычная соль, да, и с ароматом вот этих ягодок. С ароматом зимних ягод. Ой, ну вкусно пахнет, конечно. Я думаю, что в ванной тоже будет аромат чувствоваться при принятии ванны. Так, ну что еще я купила? И две помады я приобрела. Одна с артикулом у нас 40-869. Вот такого вот цвета. Не помню, как называется цвет. И вторая помада
по-моему, песочный беж. Ну, вот такие вот две помады. Так, ну могу вам показать вот на руке. Уже пользовалась и одной, и второй, ходила на работу. Я думала, вот этот вот цвет мне не подойдет. Думала, он будет сильно, ну, бледноватый. Дома покрасила губы. Показалось, что она, ну, рыжеватая такая. Как-то мне не очень дома понравилось. Но, думаю, на улице посмотрю, не поленю зеркальце, возьму и посмотрю, как это на улице выглядит. Ну, на улице нормально, при дневном прямо освещении на улице мне понравилось. Давайте вот так вот я вам покажу. Вот видите, она кажется как будто с рыжиной, да? Но, в принципе, на улице мне подошла. Я уже один раз покупала помаду, и показалось, что она, ну, мне нехорошо, и подарила ее дочери. А потом, когда, ну, перед этим я покрасила, гулять мы ходили на улицу, и, ну, она тоже была бежевая помада. Вот, и ходили гулять, и фотографии там были в этой помаде. Ну и что вы думаете? Мне понравилось, как выглядит на фотографиях помада на губах. Так, ну вот такие вот у нас получились. Вот видите, одна посветлее, одна потемнее, одна как красным отдает оттенком, другая с рыжиной такой. Ну, они обе мне подошли, на улице смотрятся очень даже неплохо. Так, ну вот такой у меня небольшой заказ. Будем всем пробоваться, будем всем пользоваться. И потом в пустых баночках расскажу, что понравилось, что не понравилось, что куплю, что не куплю. Ну и, конечно, спасибо вам за внимание, за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, проходите в инфобокс, там есть ссылочки, можете регистрироваться, покупать продукцию нашу со скидкой. Зарегистрированным покупателям сразу же будет скидка 20%. Новенькие новички получат подарок, палетку теней на выбор. Там в двух оттенках она будет, в лиловых и бежевых. Вот. И всегда говорю, что все магазины, все сайты, все там Wildberries, Озон, другие какие-то магазины, это все сейчас идет через регистрацию, ничего вы просто так не купите, обязательно нужно зарегистрироваться. И также у нас, конечно, это интернет-магазин, и в интернет-магазин нужно тоже пройти регистрацию, чтобы потом покупать покупки. Ну и еще хочу сказать то, что если Wildberries, например, вот я люблю заказывать на Wildberries, люблю выбирать тоже какие-нибудь товары, ну, чтобы не со скидкой с какой-то были, да, с какой-то не... Ну, есть же там, сами знаете, разные магазины, да, в одном магазине дороже, в другом подешевле. Хочется, конечно, сэкономить. Вот, или вы тоже экономите. Тут у нас на все будет цена с 20% скидкой всем зарегистрированным покупателям. Ну все, до свидания, всем успеха!